Для кого-то 23 декабря выдался днем морозным, а кому-то пришлось очень даже жарко. В самом неприятном смысле этого слова. Четверым семьям республики пришлось спасать свои дома от пожаров. Одно из возгораний произошло около 10 часов утра в городе Ордатов, в жилом доме на улице Юбилейная. 64-летняя хозяйка строения увидела дым от электронасоса и вызвала пожарных. К счастью, огонь не успел распространиться на большую площадь. В результате пожара повреждена насосная станция в жилом доме на площади 1 квадратный метр. Причина пожара – неисправность электропроводки. Примерно через час еще один пожар произошел уже в Саранске. И снова спасателей вызвал хозяин дома – 65-летний мужчина. К счастью, никто не пострадал. Однако в этом случае последствия оказались куда больше. В результате пожара поврежден жилой дом на площади 70 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. Ночь на 24 декабря тоже оказалась спокойной не для всех. И снова виной тому стали пожары. Примерно в одно время в двух районах Мордовии во власти огня оказались жилые дома. Первое сообщение поступило в МЧС из Атяшевского села Дюрки. Пожарных вызвал очевидец по системе 112. Сначала загорелся сарай, который был пристроен к жилому дому, а через несколько секунд огонь перекинулся на дом. Общая площадь поврежденных построек на Ленина 53 составила порядка 100 квадратных метров. Трагических последствий удалось избежать. Никто не пострадал. Еще один пожар произошел на улице Пушкина в Рузаевке. Хозяин дома затопил печь, но насладиться теплом не получилось. Пришлось спасаться самому и спасать свое имущество. Он услышал хлопок на кухне и пошел посмотреть, в чем дело, и обнаружил, что в районе притопочного листа уже распространился огонь. Пламя в основном затронуло кровлю дома. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Основная причина возникновения огня – перекал печи. Дарья Баргова, программа «Происшествия».